Сегодня рисую портрет жены президента Зеленского. Елена Зеленская – первая леди Украины. Я ее очень уважаю, так как она очень сильная духом женщина. Поэтому над этим портретом я очень сильно старалась. На него я потратила около 2 часов, может быть даже 2,5, так как я не особо смотрела на время. Обязательно досмотри это видео до конца, если тебе понравится результат, то напиши обязательно комментарий, как тебе. Поставь лайк и подпишись, и буду еще очень рада, если ты сделаешь репост моего видео. Еще в комментариях напиши, чей еще портрет мне нарисовать. Ну а вот результат. Я не уверена, что вышло идеально похоже, но я очень старалась. Конец!